Летчикам, погибшим под Барановичами, присвоили звание Герой Беларуси. Указ подписал президент. Напомним, пилоты Андрей Нечепорчик и Никита Куканенко во время выполнения тренировочного полета столкнулись с отказом техники и ценой своей жизни увели самолет от жилых домов. Трагедия произошла 19 мая. 10 тысяч респондентов приняли участие в соцопросе о новой Конституции. Среди тем – оценка собственного социально-экономического положения, его динамика, вопросы, связанные с взаимоотношениями с Россией и другими соседними государствами. Проект практически готов. До вынесения на референдум остается одна встреча разработчиков в полном составе. БелЖД назначила 67 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников. Составы с 27 декабря по 9 января будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам. Подробную информацию можно найти в мобильном приложении «БЧ Мой поезд», а также по телефону контакт-центра 105. В Беларуси стартовала республиканская акция «Зимние шины. Безопасность для машины». На протяжении 10 дней наряды ДПС будут проверять, готовы ли авто к зимнему периоду. Уже с 1 декабря те, кто проигнорирует требования, заплатят рублем. Штраф до одной базовой. Белцеликом откладывает повышение цен на некоторые услуги на 1 января 2022. Ранее компания переносила анонсированное в сентябре увеличение стоимости с октября на ноябрь. Она должна была повыситься в среднем на 4% в пределах, которые установлены регулятором в соответствии с законодательством.